не про... Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Правда, симпатяшки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты чё? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спор, Семенович еще всех вас переживет. Здорово, дети, как улов? А нет улова. Сами или ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да вши переростки эти якорем в лодку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть плоча не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... Поэтому в самом туннеле красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в туннель. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Семён, дело есть! Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же, где же им еще? Кстати, кто это с вами? Это Артём, гроза креветок. Ты бы видел, как он стреляет! В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут не местом прострелить не поможешь? Семён, опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Боцман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, и еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. Эх, знал бы ты, как они меня достали. Семен, ты вроде в движках что-то слышишь. А чё там у тебя? Вернулся вчера с Октябрьской с братанами. Короче, пока были, заглянули в их цирк уродов. И шо? Ну, короче, там зверь такой, типа черная обезьяна. Это типа гвоздь программы. Ночной ужас. Вроде мелкий такой, доходя. А как сверху, в натуре волосы на жопе шевелятся. Слышь, братан, ты не в курсах? Чё это там за красноперые подтянули? Налетай! Да умница! Рыбка, заглядение! О, смотри, бухло! Молодой человек! Да-да, вы не выделите пару патрончиков. Мне, может, судите еще патрончиком. Кому рыбки? Смотрите, зорьки! 10 литров. А кому рыбки сегодняшние? Так, что тут у нас? Слушай, брат, тут такое дело. Патрончика не найдется. Эх, побольше бы таких гостей, как ты, парень. Спасибо. Ну что, осмотрелся? У меня к тебе серьезный разговор. Давай на чистоту. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Кругом затопленные тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с нами.
Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А то у нас с толковой молодежью бандиты кругом. Ну кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, поплыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Часто. Все больше бандосы. А с ними разве поболтаешь? Хотя, вообще, если бы не братки, то тоска бы была бы тут смертная. Из развлечений стрельба по крысам, да бордель. Бордель, кстати, ничего так, на уровне. Вон к браткам красные какие-то приехали базарить. Так они сразу к нашим девочкам поперли. У тебя, кстати, не к комиссарам ли этим дело? Да не напрягайся ты так. Делать мне нечего. Допытываться. Ну а если выпить чего хочешь, за патрон всегда налью. Наши фирмы. Так и называется. Патрон. Не поймешь. У них панцирь, ого-го. Пули так и отскакивают. Разве только в хрюсло открытые цели. Так это же еще попасть надо. Пожалуйста. Поговоришь. Слышишь? Попроси своих мне броник сфоткать. Хорошая штука, правда? Повторить. Соли подкину. Ну и дури хорошие. Да пробовали уже. Реально, у клиента ночевал. Пацаном. А ножка. Угощайся. Панцирь как подсохнет, сразу хрупкий становится. Хорошая штука, правда? Нет. Налить патрончика? Попробовать, конечно. Панцири мы тебе 100 штук навалим. Но промышляем мы молодняк. С ними на здоровье. А с крупняком не связываемся. Платить будет, ты что ли? Эх, глаза мои на тебя. Брат, спасибо тебе. Ох же, я же... Не, я не знаю. Если что, заходи. Реальные волыны для реальных пацанов. Налетай, разбирай. Большие скидки, самые реальные. Чёлок не калечит.
отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с Кислым. И дуй к товарищу Корбуту. Доложи, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик! Двинули чё, дальше, мне... дело не ждет. Что за... Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ну сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? И это все? Странный ты какой-то. Эй, если надумаешь вернуться... Правильно! Без типа! Уникальный шанс доказать свою меткость и скорость. Я тут что-то не понял. Посетите наш тип. Есть тут пацаны! Все. Вот, сейчас еще пацанчики. Братва реально как для себя крутит. Бери! Не по-пацански. Бывай, пацанчик. Всю бутылку. Если что, я завсегда тут. Или... Он может хоть поспеть. Что там у тебя? Правила простые. Идешь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. Разбираем перышки, пацанчики. Занимай огневую. Сам правил, бриться можно. Ну чё, кто со мной забьется, что он все мазанет? А чё на кону? Хоть пол измазы твоего, он и в стену не попадет. Да хоть ты хренен, косой, блядь. Последний, ну, смотри, ну тут забей. Точно ложенен. Молодец, держи патроны. Может, подымем ставки? Мишени ждут. Дайте лошадью закурить. Ну, видишь, ползет. Ну, раз дураку везет, пусть еще попадет. Видал-миндал, еще попал. Косой, ты меня подводишь в руки? Лошнет стопудово. Это ты на три бациллы попадешь. Ты какое, сейчас точно мазанет. Молодец, держи патроны. Может, подымем ставки? Мины! Заходи! Приносят как надо, сам проверял. Ты чё, обрел? Опять попал. Вот я. Это уже интересно. Не, ну вообще. Вот это я встрял. Ну ё-моё. Снайпер, блин. Всего три стреляния. Цель не осталось. Ну всё, сегодня гуляем. Проспорил ты, куцый. А за тебя, снайпер, я точно выпью. Ну ты дал, стрелок. Держи. Вот специальный приз. Пацанчики, обычно мишени до вечера очень хватает. Мало. Ну да ничего. Пацанчики, гриль гранаты? Простаивать не будет. Гранаты кому? Маслята, перья, гранаты. Наваливаемся, пацанчики. Ну хватит, хватит. Что случилось? Мишка потерялся. Тихо, тихо, тихо. Мой Мишка. Мама, Мишка вернулся! А ты далеко ходил? А пирожки были вкусные? Ты больше не уходи без меня. Ой, спасибо вам огромное. Я уж не знала, что делать. Что нужно дяде сказать? Дядя помог Мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Спасибо. Спасибо большое. Ему этого Мишку Семен сверху принес. Игрушек здесь сами понимаете. Вот он и привязался так. Ну что, пошли домой? А можно я еще здесь поиграю? Хорошо, но только недолго. А потом пойдем домой. Маслята меняю, продаю, покупаю. Thank you.
Давай, братан, если что, заходи. Они вломят нас? Да что ты паришься? Успели аккурат бежать. Мы по шустряку, никто и не прочухает. Бугор на месте? Чешут, как нападают. Скажу тебе по зыру, как там дверь, закрыта или нет. Что там за света? Да сучки пробки меня выбила. Пойду по зыру, как там чёрт. Видал того в шлеме? Он крайнего раза чемоданчик притаранил. Кислый еще потом чемоданчик этот на Октябрьскую сказал оттаранить. Агитация там типа, все такое. Только есть маза, что лажа все это про агитацию. Ну кто на чемодан с бумажками замок вешает? А че ж там было-то? Так а то ж. Знать бы. Вот это я.
так? А они тогда чё? Ну а чё? Так и поползли. Не, ну когда уже пробуют, будет, я уже ждать не могу, честно. Да куда там пробовать? Только пошло. Ну вот и налей, а то что, сорвет на него? И посмотришь, ничего с тобой не будет. Вот я еще фильтр сейчас. Да нахер твои фильтры, трубы горят. Ну-ка, погодь, Спирия, что за фильтр, что за тема? Фильтр как фильтр от противогаза. Что-то мне здешняя брага как-то не того. Дух что-то... Ну, а с фильтром двойная жадность. Я здесь посылку не открывали. За кого ты меня принимаешь? Кого же? Не нужна нам больше тактика. Оттарабанили на октябрьский сделку. Те самые жесткие. Еще маслом пахнут. Хорошо. Говорят, на октябрьскую цирку вода приехали. Не рот? Есть такое дело. А мне вот так вот поперёк, лей уже, давай! Ну ждите, ждите, а я твою отсюда. Еще припашут вас таскать потом. Нефиг нас таскать, вы сами куда хочешь. Это после твоих фильтров, сомневаюсь. Ну, бывает. Двое против обычного. Трое. Хорошо, трое. Вот за что я люблю краски. Так это за то, что вы не торгуете. Считаю, он уже у тебя. Только это, барашу за ним выносить будешь сам. Бросай оружие! Руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач, все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбут давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно. Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежат, суки. Артем? Ах ты, сука. Ушел, гад. А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебя отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Надевай! Это тебе мой презент. За бандитов. Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести. И продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там.